Сейчас май месяц. Мы находимся в Гайдамакском яру в Буше. В данный момент времени я стою на древнем мегалите, который расположен на возвышенности. Данный мегалит является одной из локальных точек цельного комплекса огромнейшего сооружения. Огромнейшая система, которая была возведена здесь древними цивилизациями. Это место имеет связь с движением светил. И таким образом оно формирует и увеличивает свой потенциал после естественного взаимодействия с небесными светилами и энергиями Земли, которые начинают возбуждаться вследствие целого ряда космических вселенских факторов. Так, вот сейчас вы видите подъем к этому месту. Вот сюда. Здесь расположено также определенные расщелины. Так. С этой точки можно наблюдать. Вот можно наблюдать выложенные особым способом. Огромные глыбы камней, которые создают некую форму для взаимодействия с природными явлениями. Вот это окошко. Здесь расположена как некая крыша, камень. Так, сейчас я пролез в эту ущелину. Вот можно увидеть всю эту конструкцию. Вот так вот. Так, вот этот комплекс с обзором с нижней точки. Сейчас вот его правая сторона, а вот левая сторона. Вот этот вот, так называемый проем, куда входит энергия светил. Так, вот левая сторона и правая сторона этого комплекса. Сейчас мы находимся в чаще леса, в Гайдамакском яру. Здесь вот располагается также вот такая вот скала. Там дальше течет речка, Бушанка, внизу. Сейчас мы поднимемся, и вы увидите, что из себя представляет данная скала. Естественно, она здесь. Обработана была не случайно. Вот такие вот плиты, ровно вытесаны древними технологиями, с помощью древних технологий древнейшей цивилизации.